Добрый день, дорогие выпускники. Я Евдокия Егоровна Никифорова, учитель английского языка школы номер один. Сегодня мы опять-таки поговорим о грамматике. Сегодня мы остановимся на группе прошедших времен. Как вы помните, если вы сдавали экзамен в 9 классе, вы помните, что там у нас основное время было прошедшее простое время, past simple. В этом году здесь у нас на экзамене будет немножко иначе. Там будут и прошедшие времена, и будущие времена, и настоящее время. Но мы сегодня рассмотрим прошедшее время. Для того, чтобы приступить к этой теме, вспомним нашу таблицу. Вот здесь мы видим таблицу видовременных форм английского языка, группа прошедших времен, настоящих времен и будущих. Мы сегодня рассматриваем вот эту часть. Времен у нас три, а форм четыре. Простая форма – simple, длительная форма совершенная или завершенная перфектной и перфектно продолженной. Как вы помните, прошедшее простое время – это у нас вторая форма глагола. У неправильных глаголов мы таблицу, если вы учили наизусть, помните, что это вторая колонка, вторая форма. А если глагол у нас правильный, то мы прибавляем дентальный суффикс. Ну, часто этот дентальный суффикс «-ed» мы называем окончанием. Длительная форма образуется с помощью глагола be. Be в единственном числе и во множественном was или were. И четвертая форма глагола. Дальше. Past perfect образуется с помощью вспомогательного глагола had и третья форма глагола. И дальше. Редко, но употребляется все-таки past perfect continuous. Вспомогательный глагол had, так как это перфектная форма, да, been показывает, что это у нас длительная форма. I had been walking. Дальше. Вот еще раз повторюсь, надо будет еще раз вспомнить таблицу неправильных глаголов. Самые основные глаголы даются в любом учебнике, поэтому перед экзаменом советую, рекомендую повторить форма неправильных глаголов. Дальше смотрим. Отдельно, если взять группу прошедших времен past simple, past continuous, past perfect и past perfect continuous, есть вот выражение. Ну, иногда мы называем их спутниками, иногда это наречие мы называем, да, но это у нас идентификатор времени. Если вы частенько видите вот эти слова, например, yesterday, last, ago, или же указывается год, который был в прошлом, это у нас, скорее всего, будет past simple. В каждом времени вот такие указатели есть, спутники. Например, в прошедшем длительном времени past continuous может быть указано в прошлом точное время, когда вот эти действия происходили или имело место быть. Вот, например, 5 o'clock, at 5 o'clock, yesterday at 5 o'clock. Или же может быть while, в течение, во время чего-то. Да? И также здесь может встречаться союз when, когда что-то произошло, когда кто-то что-то делал. Да? Дальше, если это past perfect, тогда у нас может быть такое указание времени. By 5 o'clock, предлог when, before, after. И в past perfect у нас предлог for встречается в течение какого-то времени, да? С какого-то времени, since. Поэтому здесь у нас список этими словами, конечно же, не ограничивается, но это самые основные. Дальше, если мы обратимся к нашему сайту SDAMGR, я в качестве примера сегодня вариант первый привожу. Опять-таки мы сегодня рассматриваем задание с 19 по 25, это у нас чисто грамматика. Здесь у нас сколько заданий? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из 6 заданий с группой прошедших времен 3 задания все-таки они связаны. Вот, например, win, won, won. Вот этот глагол у нас стоит уже в прошедшем времени. Здесь would make, это может быть время какое? Future in the past.
И мы в тот раз разбирали пассивный залог, и, конечно же, здесь у нас пассивный залог тоже будет. Здесь у нас мы тогда видим два примера прошедшего простого времени в активном и в пассивном залоге. Ну, посмотрим. Вот такое предложение в Киме может быть. Coolidge, Roach, with laughter and Rogers. И вот тут здесь мы должны изменить форму слова win. Здесь, как мы видим, событий два, действия два. Вот разразил Coolidge, разразился смехом, и Rogers таким образом одновременно выигрывает пари. Здесь у нас череда последовательных, или же вот тут, как в данном случае, одновременных событий. Здесь подсказкой может быть то, что глагол вот в первой части предложения стоит уже во второй форме, дентальный суффикс на это указывает. И так как события одновременно происходят, мы сюда должны тоже глагол во вторую форму поставить. Дальше. Во втором варианте опять-таки из шести заданий три связаны с прошедшими временами. Здесь у нас варианты were, wouldn't mind и could. Здесь немножко ситуация иная. В данном случае смотрим. Be, глагол мы должны поставить в соответствующую форму. Martha wishes her job. И в пояснении, если вы посмотрите пояснение, здесь у нас такое пояснение дается. Глагол wish требует от относящегося к нему другого глагола формы прошедшего времени. Здесь можно добавить, что в основном вот этот текст, коротенький текст этого варианта, строится на сослагательном наклонении. И поэтому здесь вот выражение wishes, вот она бы хотела, чтобы, да, получила бы работу высокооплачиваемую. Дальше смотрим. Там же вот этот же текст опять идет. Сам текст называется The Office. И здесь рассказывается о Марте. И вот здесь в данном случае смотрим not mind, она бы не возражала. Это значит воображаемые действия, тоже сослагательное наклонение. То есть может быть такая ситуация, что текст построен в сослагательном наклонении, о желаемых действиях рассказывается. И в таком случае здесь возможны варианты будущего в прошедшем, future in the past. Can глагол тоже вот так. Был бы ассистент и помощник, он бы помогал, делил с нею вот ответственность. Поэтому здесь у нас будет could. Дальше еще хотела бы остановиться на past continuous, на прошедшее длительное время. Здесь в основном у нас подсказкой может быть союзное слово when, когда. When he entered the room, the daughter of the host is this was playing the piano. Вот он, когда зашел в комнату, дочка хозяина, она играла на пианино. Здесь у нас формальным признаком является when. Вот одно событие происходило, длилось, и в это время произошло другое. То есть мы, если точно не знаем, в какую форму поставить глагол, мы должны в самом предложении искать подсказки. Подсказками могут быть, как я уже сказала, наречия времени, или же предлоги, или союзы. И здесь у нас в данном случае вы легко можете определить past simple. Конечно, вот как и само название времени говорит простое, очень простые примеры могут быть. Вот гадалка 1947, 80, 2009, то есть все осталось в прошлом. Здесь мы ставим глагол во вторую форму, past simple. Как в данном случае, например, да? John Lennon and Paul McCartney were friends, but most people believe that after the Beatles, вот дальше мы должны сюда вставить глагол break, и в подсказке вот видите, что здесь у нас два правильных возможных варианта есть.
И какой из них правильный, вы можете для себя определить. Вот когда распалась группа или же после распада. Поэтому каждый раз вы, ребята, можете искать подсказки. Дальше. И для себя можете вы нарисовать такую схему перехода, да, от прошлого к настоящему, потом к будущему. И для себя определить, действие произошло в какой момент. Одновременно или предыдущее это действие было. От этого зависит форма глагола. И вы можете вот эту презентацию найти также в нашем сайте, сайт школы номер один, и себе скачать, еще раз вспомнить. И желаю всем удачи на экзамене.